Итак, что такое кинетика? Что такое работающая кинетика? Значит, что работающая кинетика работает, неработающая кинетика не работает. Большое спасибо, до свидания. Что такое кинетика? Это движение от пункта А в пункт Б. Одна эмоция. Итак, только одна эмоция сейчас присутствует у Майкла и Джоанны. Это было неинтересно. Конечно, вы аплодировали, потому что должны были. Второй тур прошли сеньора Латино. Я реагирую на что-то. Главное не событие, а моя реакция на это событие. Касаемся себя, касаемся друг друга и варьируем этими вещами. Расстояние, касание, дыхание, взгляд. Немножко упали с баланса. Красиво. Мама все еще может вращаться. Мы символизируем эти чувства в танце. Мы символизируем эти эмоции. Мы находим эквивалент. Мы находим эквивалент движению. Мы предлагаем это чувство. Я хочу услышать это. Теперь мы делаем ха и ж. Можете вы сделать энергию наружу и потом к себе вовнутрь? Пойте вместе с ними. Пойте. Сделайте звук. Чувствуете? Вот она энергия. А теперь поговорите внутри, как будто... Например, ты говоришь, забудь об этом, дорогой, потому что я это делаю с соседом. Может быть, но если ты... Но где искусство? Когда вы становитесь уязвимыми, когда я говорю с вами, со всей моей историей, с моими знаниями, с моей болью, с моим разводом. Итак, просто двигайтесь. Просто двигайтесь и расслабьтесь. Сделайте движение быстро и медленно, и ничего. Быстро, медленно и ничего. Итак, мы говорили сегодня об энергии, о движении, чтобы создать танец. И есть энергия, которая двигает нас от А до Б. Оттуда, оттуда, из земли, я говорю с вами со всей моей историей. И это делает ее более интересной.